Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать вас на своем канале. Если вы в душе садовод и цветовод, огородник и садовник, но у вас нет земельного участка, не расстраивайтесь, создайте огород на подоконнике. Крест-салат – удивительная культура. На вид это невзрачная растенница на тонком стебелечке с небольшим количеством листьев наверху. Но на самом деле это кладезь витаминов и минералов. Его можно вырастить в любых условиях. Возьмите любую чашку, плошку, тарелку, насыпьте земли, положите семена, и через 2 недели у вас витаминная бомба на подоконнике. Если у вас нет земли, возьмите опилки. Если у вас нет опилок, крест-салат можно вырастить просто в воде. Сейчас я покажу, как это сделать. Для этого нам понадобится небольшая тарелочка, немного ваты или ватных дисков, вода и, собственно, семена крест-салата. Итак, возьмите любую емкость, у меня тарелочка, так как подоконники очень узкие, она такая вытянутая. Выложите на дно или вату, или бинтик, или бумажное полотенце, все что угодно. Следующий этап. Смачиваем ватные диски водой, чтобы семена набухли и проросли. А теперь осталось высыпать семена на нашу оригинальную грядку. Ну вот и все, наша грядка готова. Осталось поставить ее на подоконник и, что очень важно, каждый день поливать. Пожалуйста, не допускайте пересыхания ватных дисков. Через неделю летом или через 2 недели зимой у вас готовая натуральная витаминная добавка к любым салатам или вторым блюдам. Спасибо за внимание! Живите с удовольствием, готовьте с удовольствием. Мир вашему дому, всего доброго.